Я Артем Алискеров, победитель лейкемии, зашедший на 11-й день на Эльбрус. И это Твертим. 4 февраля у меня день рождения. Я как раз родился в Всемирный день борьбы против рака. Вот. А потом я в процессе узнал перевод имени Артем. Это, ну, невредимый. Вот. Я говорю, ох, пазл сошелся. Утром просыпаюсь от того, что мне дышать нечем. Я открываю глаза, у меня, ну, все в крови полностью. Сгустки, ну, не давали, сгустки уже набились, дышать не мог. В этот момент я говорю, у меня рак, что ли? Она говорит, да. И вот этот момент, у меня мурашки по коже сейчас. Ну, я же пошутил, я же просто, ну, просто ляпнул, можно так сказать, что у меня рак, что ли? Она говорит, да. Большой респект, или по-русски скажу, да, большое спасибо, наверное. В областной больнице я хочу сказать врачам за то, что поставили диагноз мне в первый же день. Просто это надо вытерпеть. Я это вообще никому не пожелаешь. Ни врагу, ни вообще никому. Зацикливаться не надо, как многие. Рак, все. Почему-то онкология у нас воспринимается как все. Да нет. Ну, статистика показывает, что выживает больше, чем умирает. Поэтому, ну, нет. Я подсознательно говорил, что я обязательно попаду в город. В этом году я очень сильно хотел на Эльбрус. Сомнения были, оправдывал себя, что ты только переболел. Ничего страшного, тебя никто не осудит. Ты, даже когда я дошел до 5400, я уже себе говорю, ты красавчик. Это, в принципе, каждый день каждый должен говорить себе в зеркало. Ты красавчик, ты чемпион, ты лучше всех. Все получится. Я участвовал в Тверском марафоне, Ярославль ездил, в Тулу ездил, в Москве бегал. Всем хорошего настроения, ребята. Спорт – это жизнь. Врач как-то мне сказал, чтобы циркулировала кровь, точно так же мы должны жить. Чтобы что-то делать, куда-то идти, надо двигаться. Вот, поэтому, где все в движении. Под лежачий камень же вода не течет, да.